Газопровод «Северный поток-2» еще полгода не будет работать из-за отложенной сертификации, заявила посол Германии на Украине. По ее словам, Берлин также будет принимать меры в случае использования России газа как оружия. На этом фоне Германия и США ведут переговоры с целью не допустить новых американских санкций против газопровода. Грозят ли «Северному потоку» новые трудности? Грозят ли «Северному потоку-2» новые трудности со стороны Германии? Посол Германии на Украине Анка Фельдхузен сообщила, что газопровод «Северный поток-2» еще полгода не будет работать, и поэтому предложение Украины и Евросоюза о дополнительном транзите в объеме 55 миллиардов кубометров газа по спецусловиям является хорошим и может быть реализован. А также госпожа посол отметила, что немецкий федеральный регулятор отложил сертификацию «Северного потока-2» как независимого оператора по транспортировке газа, поскольку понял, что сначала нужно провести разделение по видам деятельности, так называемый «анбандинг». Также она добавила, мы внимательно наблюдаем за ситуацией, в случае использования России газа как оружия, будем принимать соответствующие меры. На этом фоне стало известно о переговорах Германии и США с целью не допустить новых санкций против газопровода. Так что происходит вокруг трубы? Комментарий Георгия Бофта. В ходе обсуждения бюджета Пентагона на следующий год сенаторы-республиканцы Джеймс Риш и Тед Круз, который представляет ТХАС вообще, является одним из самых последовательных борцов против Северного потока, внесли поправку о безусловных и немедленных новых санкциях против проекта. Однако администрация, опираясь на большинство в обеих палатах, заблокировал данную инициативу путем процедурных и кулуарных непубличных усилий. При этом Госдепартамент ввел весьма скромные новые санкции против одного судна и одной компании, связанных с газопроводом. Это сделано в том числе для того, чтобы смягчить реакцию в целом антироссийски настроенного Конгресса и показать, что, мол, Белый дом работает в данном направлении. Что касается противодействия новым санкциям, то Белый дом прежде всего хочет следовать условиям летнего соглашения с Берлином, согласно которому США приостанавливают санкции против газопровода. А Германия в обмен гарантирует сохранение транзита через Украину, но также и то, что Москва не будет использовать газопровод как энергетическое оружие, каковой термин используют в данном случае часто в Евросоюзе. Кроме того, наверняка Белый дом держит в уме и продолжающиеся пока консультации с Москвой по стратегической стабильности и не спешить обострять их новыми санкциями против Северного потока. Тут торопиться некуда. Тот факт, что представители будущего правительства ФРГ выступили против нового, даже ограниченных санкций США, не должен вводить в заблуждение. Речь в данном случае не о солидарности с Москвой, а о защите собственных германских прерогатив самим вести с ней диалог по тематике, оговоренной соответствующим американо-германским соглашением. В то же время политическая ситуация вокруг газопровода в самой Германии может несколько ухудшиться с приходом к власти нового правительства во главе с социал-демократом Олафом Шольцем. И дело вовсе не в проволочках, которые может устроить германский регулятор. Тут, скорее всего, будет происходить все в точности с бюрократической процедурой, так что не придерешься. От «Газпрома» формально требуется разделить собственника и оператора газопровода. Соответствующая процедура запущена. Почему-то только сейчас. Хотя все требования третьего энергопакета Евросоюза по этой части были известны заранее. А вот тезис о якобы использовании Москвой газопровода в качестве средства политического давления на Европу может звучать в Берлине все чаще. На пост главы МИД в новом коалиционном правительстве ФРГ прочит одну из лидеров партии «Зеленых» Анна-Лену Бербок. Помимо того, что «Зеленые» в ходе избирательной кампании последовательно выступали против проекта «Северный поток-2» в принципе, позиции самой фрау Бербок в отношении России в целом отличаются повышенным уровнем критицизма. Так что она будет очень трудным собеседником для Сергея Лаврова даже и без темы газопровода. Что касается «Северного потока-2», то не так давно Бербок, правда, еще до попадания в новую правящую коалицию, говорила, что Германия вообще не должна сертифицировать газопровод, поскольку это означало бы, что она поддается на шантаж со стороны Москвы, которая, к тому же, еще, по ее словам, ответственна за нынешние высокие цены в Европе. Якобы вся ситуация была создана искусственно для ускорения сертификации «Северного потока». Возможно, после начала работы нового правительства позиция «Зеленых» и ее лидера в роли главы МИД станет несколько более прагматичной. Однако нельзя не заметить, что в коалиционном соглашении на несколько сотен страниц, затрагивающем принципы работы правительства по всем ключевым вопросам, о «Северном потоке-2» нет, насколько известно, ни слова. И это может означать, что его судьба в большой степени будет зависеть от политической конъюнктуры.